Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» запустило патриотический онлайн-проект «Великое отечественное глазами спортсменов». Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо направить историю о спортсменах времен Великой Отечественной войны, фотографии и отрывки из писем по электронной почте на адрес организаторов. Вы видите его на своих экранах. Или поделиться историями в социальных сетях, отметив хэштегом «Лица победы страны». Все рассказы о жизни спортсменов, фронтовиков, тружеников тыла и детей войны войдут в альманах, который выпустят к 9 мая 2021 года.